Если анализировать какое-то ближайшее будущее, я неоднократно в своих выпусках говорил, что я бы акцентировал свою деятельность на работе с одиночками. То есть все больше будет сейчас одиноких людей. Хороший отель? Да, вполне. Меня устраивает. Как я туда попал? Может, все осточертело и захотелось побыть одному. Объясню, почему ты здесь. Потому что ты что-то понял. Ты не можешь выразить это, но ощущаешь. Ты всю жизнь ощущал, что мир не в порядке. Странная мысль, но ее не отогнать. Она как заноза в мозгу. Она сводит с ума. Не дает покоя. Это и привело тебя ко мне. Понимаешь, о чем я говорю? Технологии, которые были Генри Фордом придуманы, мы предлагаем матричное производство. Это производство, в котором мобильные тележки заменяют конвейерную логистику и позволяют проектировать и запускать новый продукт производства в течение 3 дней.